Раньше себя никогда не продавал. Сейчас попробую. Я с рэпом до гроба. Смоки Мо, Оксимирон, в принципе, вкатили оба. Коллеги, дайте конкретного соперника, а то их здесь слишком много. Приз для одного дан вниз или по проводам к вам. Вообще, у меня был другой план. Студийный релиз, фит, хорошенький дис и ты готовый артист. Но я узнал про батл, туда не берут по блату. Фрешблат и вроде бы не нужно бабла там, где подписать контракт гладиатора контрфактов. Обещание панчевых артефактов 60 секунд, канатоходец шаткий. Но если честно, мне не хватит вашей площадки, но вы встречайте или прощайте.